Всем привет! Продолжаем узнавать что-то новое. Ну, во всяком случае, я узнаю, для меня это интересно. Упуаут, упуат, вепуат, афоис в древнегреческом понимании. В египетской мифологии волкообразный или волкоголовый бог войны и путей в загробном мире. Центр его культа – город Сиут, волчий город. От Сиута начинался крупный караванный путь, и Упуаут почитался как бог-проводник, разведчик. Его эпитет – вожатый, ведущий, открыватель путей. С течением времени его образ стал покровителем и защитником вождя царя-фараона, причем как в военных походах, так и на охоте. В этом качестве он носил титул «Острая стрела», более мощная, чем стрелы богов. В поздних текстах пирамид Упаута связывают также с богом Ра, который поднимается над горизонтом и открывает небеса. В более поздних погребальных текстах фигурирует как привратник мира мертвых, который участвует в церемонии отверзания уст и проводит умерщвление по дуату. Помимо задачи сопровождения рядовых покойников, Упуаут является проводником Ра во время его ночного плавания по подземному Нилу, обеспечивая прохождение ладьи сквозь врата, разделяющие дуат на часовые отрезки. Ну и традиционно, как почти все боги, сопровождающие Ра в этом ежесуточном походе, Упуаут сражается с Апопом. Ну вот так вкратце, конечно, данные из Википедии о Упуауте, Випуте, Афоисе в древнегреческом понимании. В египетской мифологии волкообразный или волкоголовый бог войны и путей в загробном мире. Пока-пока, до свидания. Мне это было интересно.